Кубинка отметила День города. Зампред Мособлдумы Олег Рожнов посетил торжественную часть праздника. Он отметил, что второй год подряд это событие отмечается в непростых для страны условиях, когда многие жители Кубинки находятся в зоне специальной военной операции. При этом город проявляет солидарность с военнослужащими. Неравнодушные горожане плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и шьют флиски.